Привет, друзья! У меня новая неделя. Я иду на работу, но перед работой, как обычно, у меня дела. Мне нужно зайти на почту, забрать палочки, которыми я обеспечиваю владивостокских барабанщиков. А также со мной приключилась стрёмная история. Мне нужны таблетки, и походу я их выкинула или потеряла, не знаю. Я их купила в аптеке не так давно, и так и не смогла их найти. Поэтому придется разориться на еще одну пачку. Чисто кукушка. Кстати, как вы можете заметить, не знаю, видно на камере или нет, но моя кожа уже стала лучше, что не может не радовать. Во Владивостоке все еще лето, но, честно говоря, уже такой прям, ну, как вы можете заметить по моей прическе, уже прям такой осенний ветерок. Вот, честно, уже осенью прям пахнет. Ну, такой теплый. Я вообще, кстати, осень — это мое любимое время года. Я обожаю осень. Причем такую раннюю, потому что холод я терпеть не могу, у меня на него аллергия реальная. Я начинаю чесаться и покрываться какой-то сыпью непонятной. Все, я получила вот такой вот небольшой брикетик с палочками. Сейчас напишу всем, кому обещала их. Вот. И покажу вам, кстати. Вот у меня лежат остатки старых палочек. Раньше они назывались вот так вот Кей-Кей. А теперь у них новое название Каледин. Сейчас распакую, покажу вам. Вот так теперь выглядят они. Сейчас достану. Вот так. Заказала чуть-чуть цветных. Цветные, кстати, палки мало кто любит из барабанщиков. Типа потеют руки, и они выскальзывают. Не знаю, цветные палки мои любимые. Они очень классные по ощущениям. Красиво смотрятся. И у меня, кстати, вообще ничего не выскальзывает. Я бы даже сказала, что наоборот, да. Мне по ощущениям они намного больше нравятся. Чё, только две пары, что ли, заказалось от цветных? Кстати, краткий анонс по концертам на этой неделе. На этой неделе у нас целых 3 концерта, и 2 из них в один день. Вот, поэтому не сладко придется на этой неделе. Поэтому буду вам все снимать, по возможности показывать, как я справлюсь с этой задачей. Все, ребята, выдвигаюсь на концерт. Походу, мы немного опаздываем. Мы должны быть там на площадке уже в 17.00. Ой, 18.00. Сейчас 17.31. Ребята за мной должны были заехать в 5. И уже на полчаса мы как бы задерживаемся. Думала утром, что с погодой не повезло, потому что шел лютый дождь. А мы сегодня играем на улице. Вот. Но в целом распогодилось, и не жарко, не холодно. Очень даже неплохо. Вот такое небо. Там даже где-то облачка синенькие виднеются. Я включил, Пик-пик-пик. Да я знаю, я себе регулирую, чтобы мне в рот не дуло. Где-то тут сегодня будем играть, наверное. Такие, как ботанический сад какой-то. Рыбки даже плавают. Ух ты. Ого, там стая какая. Ой, какая красота. Короче, мы заблудились. Мы нашли рыбок, но не нашли, где мы играем. Мы ходим тут уже минут 10 по этому парку и не понимаем, куда нам идти. Так что поиски продолжаются. Красивый парк, конечно, здесь. Я ни разу не была тут. Какой-то такой вот водопад.
Кажись, дорогу нашли. Я сказал, говорю, может охранник путает, где лево и право? Походу, да. Охранник так сказал нам идти налево. Налево, не мы пошли, в итоге вообще справа, прям вот прям справа. Я нашла крутую локацию для фотосессии. На фоне камней. Здесь в нашем возрасте это вредно. Таблеточку дать вам, я с собой с таблетницами. Там пишут очень странные, 2 года выступали, там материале, знаете, не получилось, а стендап отлично идет. Вот, как и в перчатках, а на второй нож. И он еще хочет, чтобы я к нему сама ночью. А вы в каком, как компания называется, в которой вы работаете? С мигрант сушным мониторингом, это не шанс. А велик так и будет стоять, да? Я пока играла, заловила просто такой закат офигенный. Еще когда ветерочек подувает, просто бомба. В общем, надеюсь, меня слышно. В этот раз я просто очень довольна звуком. У меня был один опыт играть в ушных мониторах на большой сцене. Это было. И это была просто жесть. Был просто ужаснейший звук. Было настолько некомфортно, что я просто сбивалась, блин, на... Короче, это была жесть. Я этот концерт не забуду никогда. И когда я сегодня увидела опять эти ушной этот мониторинг, я просто такая... Но в этот раз толковый звукарь. Ну, может, я уже на опыте как бы. И в этот раз прям звук очень комфортный. Прям вообще. Большое спасибо звукорежиссеру. Еще я, конечно, максимально кайфанула играть на природе. Почему люди так реагируют, когда я себя снимаю? Вот как жить блогером в России? Смотрите, тут вот моя поляна на крыле. Все-таки ты попал в YouTube. Все, это ваша станция. Это ваша... Смотрите, как красиво. Добрый день. Это ваша... Дыньку хочу. Дыньку. Дыньку. Я не знаю, что съесть, я никого не понимаю, кто здесь кто? Картошки. Все, друзья, у меня час ночи. Сейчас я лягу спать, потому что завтра у нас ранний подъем. В 8 утра, да, для меня это рано. Как вы могли заметить, у меня другой ритм жизни. Вот, поэтому кто-то может сказать, нифига себе, она оборзела. 8 утра для нее рано. Но да, обычно я встаю в 9, кстати, но этот час для меня очень много значит. Поэтому 8 утра, пшикалка. Освежитель воздуха. Поэтому 8 утра для меня это рано. Завтра мы едем в другой город на концерт. Именно поэтому нужно встать так рано. Завтра у нас вообще 2 концерта, как я уже говорила. Один в другом городе и другой уже во Владивостоке в пабе ночью. Вот, поэтому я спать. Пора вставать. Как же мне лень. Все, я выдвигаюсь на концерт. Сейчас меня заберут. Сегодня такая погода хорошая. Опять по-осеннему, как я люблю. Ветерок дует. Солнце светит. На фоне мусорки, как вам? В общем, не жарко, не холодно. Пока, по крайней мере. Ну, сейчас утро. С
скорее всего, станет все-таки жарко. Вот в такую пробищу мы встали. Все едут на моря. Огромная просто пробка. Тянется до самого Фокина. В общем, я узнала, где мы сегодня играем. Мы играем на 75-летии судоремонтного завода. Вот. Обожаю корабли. Интересненько. Но, наверное, внутрь к кораблям не удастся пройти. В общем, мы играем прямо на берегу моря. Мне разрешили поснимать вот этот корабль. Вообще, тут очень много кораблей. Прям моя стихия. Мне очень нравится. Сейчас пофотаюсь на фоне этого красавца. Я вообще все корабли люблю. Все корабли мира. Тут их столько много. Засланные ребятки покидывают все группы. Вдруг у вас там на самом деле гранатомет. И уходите, наши военные сюда. Далее. Сегодня у меня картина. И смотрите, пиво. Прям вид на море. Чипсы, вон в такое жаркое время. И поэтому не стесняйтесь отправлять. Море зовет. И зовет группа Ренё! Территории пляж песчаный, морюшко. Красивая, кстати, локация. Там кораблики. Супер вообще. Барабанишь, мама дорогая, как хорошо. Маме твоей, папе просто вот спасибо, респект и уважение. В общем, мы отыграли, нас продлили на 4-й блок, и теперь мы опаздываем на свой следующий концерт. Так что я сейчас прям в машине буду составлять себе программу. Какая-то, окажешь, детская или что-то такое. Ну, можно.
успели, приехали в город, даже по традиции успели заехать во вкусную точку, заказали себе бургеры. Короче, есть хотим вообще дико за весь день, только этот разделили на двоих бублик и все. Короче, заказ отдали просто за 2 минуты. Сервис лучше, чем в Макдональдсе. Получается, у меня 177, я тебе дал. ЗОЖ. 64. На, и сверки там 177. Это Все мои колеса? Да я не хочу кушать. Юр, это домой. В смысле? Оно один только. Только вот такой. А фишбургера не было? Да, не было. Че, я потом заберу, чё, я сейчас не хочу. Спасибо. Ну хорошо. Я... А мы ничего не ели весь день. Прикинь, как уехали, не жрали. Только бублик несчастный разделили на двоих. Ну, Аленка там дыню, правда, ела. Один кусочек. В этом замке сегодня играем. Специально для моей ученицы, которая фанатка Честера и Линкин Парка. Блин, тут концерт Линкин Парк идет. It's been a long time since you've been in Brazil, I'll tell ya. Домой. Не знаю, видно или нет мои заплаканные глаза. Капец. Спускалась со сцены после концерта и упала. Полетела, блин, с этой сцены на пол. Короче, лежала мокрая тряпка. Лестницы, естественно, нет. Спуститься никак нельзя, только спрыгивать. Спрыгиваю, там эта тряпка мокрая. Естественно, подскользнулась, блин, ударилась рукой, ногой. Успела уже поплакать. Вот. Ну ничего. Прихожу домой. И вот эта жопа, кошка моя. Вы представляете, что она творит? Вот как это понимать? Вот это вот как понимать вообще? Она разгрызает упаковку от хлеба, когда хочет жрать. И жрет хлеб. Вот еще, посмотрите. Мята, блин. Встретила, кстати, парочку знакомых своих на втором концерте. Очень приятно. Я знаю, что один из них точно меня смотрит, так что еще раз спасибо, что пришли. Офигевшая кошка. Не, ну вы послушайте. Мята, в камеру смотри. Давай-давай, вырывается еще, вырывается. Для меня эта неделя закончена. Завтра я буду отдыхать, отсыпаться. Ну что,
заканчиваем нашу музыкальную программу. Все были рады сегодня видеть у нас в гостях. С вами была группа Радио Yeah.